Пожарные в России отмечают в апреле целых два профессиональных праздника. Официально 30 числа и, можно сказать, по старому стилю. 17 апреля 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров об организации государственных мер по борьбе с огнем. С тех пор в эту дату отмечался День советской пожарной охраны. Многие ветераны службы привыкли к этой традиции и отмечают профессиональный праздник именно 17 числа. О людях героической профессии вспомнили в городском округе Щелково. Наши спасатели – одни из лучших в нашем московском регионе. Они несут каждодневную службу, защищая нас, граждан, дома и имущества от пожаров. Профессия и долг. Поэтому можете спать спокойно, когда такие мужественные, смелые парни охраняют Москву. В универсальном спорткомплексе Подмосковья прошли показательные выступления пожарных и спасателей. Профессионалы сымитировали ситуацию при ДТП, когда нужно вытащить водителя из заблокированной машины. В данном случае спасатели должны работать максимально быстро и слаженно. За считанные минуты машина полностью разбирается. Разбиваются стекла, снимаются двери и крыша. Также спасатели провели учебно-показательные выступления по эвакуации людей с крыши при пожаре. Четвероногие воспитанники кинологического центра показали, как они умеют находить наркотические средства в багаже, а также обнаруживать оружие и даже деньги. Я хочу сказать вам всем, что я горжусь своими людьми, теми людьми, которые со мной каждый день стоят на службе. Я все время вместе с ними, 24 часа в сутки, даже когда отдыхаю во всех специальных операциях, я ими руковожу, и мои люди лучшие. Также на территории УСК в этот день организовали смотр пожарной и аварийно-спасательной техники. Любой желающий мог сесть в пожарный автомобиль, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя в роли самого настоящего героя. Помимо празднования Дня пожарной охраны, в спорткомплексе Подмосковья прошел необычный корги-фестиваль. В нем приняла участие неизменный талисман Щелковского центра гражданской защиты корги Маруся. А также еще несколько десятков собак этой популярной породы, приехавшие вместе со своими хозяевами со всего Подмосковья. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.